Всем привет! Сегодня узнаем, каков возраст женской привлекательности, как получить золото из угля и почему стоит читать книги. Подробности далее. Ученые Амурского научного центра Дальневосточного отделения РАН создали экспериментальную установку, позволяющую извлекать до грамма золота из каждой тонны сжигаемого в котельных угля. Принцип действия установки заключается в том, что дым от сгоревшего угля проходит стократную систему очистки. Сначала примеси, в том числе вредные, вымываются водой, а затем улавливаются фильтрами. Именно из них извлекают золотоносный концентрат, который впоследствии можно передать для аффинажа, получения чистых благородных металлов. Специалисты уже запатентовали свой метод. Ученые из Йельского университета обнаружили связь между чтением книг и увеличением продолжительности жизни. Как показали 12-летние наблюдения за участниками исследования, у людей, отводивших на чтение более 3,5 часов в неделю, риск преждевременной смерти в наблюдаемый период оказался ниже на 23% по сравнению с теми, кто не читал книги. Исследователи не смогли дать этому точного объяснения, но напомнили о предыдущих научных изысканиях, показавших, что чтение способствует увеличению связи между мозговыми клетками. А это может снижать риск нейродегенеративных заболеваний, укорачивающих жизнь, считают авторы. Исследование научных работников из университета Турку в Финляндии помогло ответить на один из важнейших межгендерных вопросов – в каком возрасте женщины наиболее притягивают к себе мужчин. Выяснилось, что мужчины чаще всего отдают предпочтение представительницам прекрасного пола возрастной категории от 23 до 28 лет. Данные опроса показывают, что идеальный возраст раскрытия женской красоты варьируется между 24 и 25 годами. Отмечается также, что результаты исследования успешно коррелируются с другими данными ученых о том, что в 25 лет наиболее удачный возраст для зачатия ребенка. Это были самые полезные новости науки на сегодня. Пока!